Привет, народ, это Альвинос, это Вложик. Последний раз я его записывал где-то примерно 2 года назад. Знакомил вас вот с этим компьютером, точнее, уже не с этим. Тот компьютер пришлось поменять через неделю, потому что у него сгорел видеочип NVIDIA. Ну, был дефектный. Мне дала фирма совсем другой, на котором я вот отработал где-то 2 года, как-то отработал, ну, пользовался 2 года. Как видите, вот это мое рабочее место. Ну, примерно оно так выглядит, только комп убирается вот туда вот вниз, когда я, ну, использую стол, не использую компьютер. Вот, как видите, клавиатуру пришлось понаклеить. Это место сильно потерто. Это место, как это, микрофона Logitech там какой-то. Ну, в описании к этому, на описании канала есть все, что у меня находится. В общем, комп отработал мне 2 года. Вот он, виновник моего плохого звука. У него, когда я недавно посоветовался с, как он называется, с людьми из интернета, ну, с мастерами, они сказали, что у него быстрее всего дефектный чип, аудиочип. Ну, это менять его как-то неохота, и так сойдет, поэтому, ну, вот мой десктоп. Вот тут я обычно и записываю. Также, конечно, я одеваю вот такие вот наушники красненькие. Микрофон я этот не пользую, а использую вот тот вот, поэтому вот так вот и выглядит примерно запись всего. Также рядом у меня всегда стоит мой помощник, это у нас Odys WinPad V10, ну, вверх ногами, ну, наверное, кому интересно, вот Odys, наверное, QDIS, извините, одной рукой мне не очень получается. Это планшета, как это называется, планшета ноутбук. Вот, если, ой, как тут показать, вот этот он снимается и становится планшет. Им можно пользоваться с помощью, так, я не очень хочу, чтобы вы меня видели, более-менее. Так, ну, для экономии у нас в Литве сложно достать наклейки, где-то и заказывать не хотел, поэтому какие-то старый дедовский способ, как его, корректором написано русские буквы. Ну, почерк у меня не очень, поэтому, ну вот, что, комп, вот, как видите, можно пользоваться таким способом, можно пользоваться чисто таким вот способом. С помощью его я обычно там, допустим, смотрю стримы, смотрю YouTube этот. Вот, неплохо он играет с Minecraft, это уже Windows 10 Edition бывший, теперь настоящий Minecraft, как его называют, вот, от Microsoft. Вот. Вот такие у меня дела. То есть, вот этот компьютер обычно у меня стоит дома. Как видите, вот тут кабель идет. А этот, если я ложусь в больницу или какие-то путешествия, то вот тогда беру вот этот вот компьютерчик с собой. Плюс там за телевизором, сейчас не видно, стоит модемчик маленький, переносной. И у меня, вот, в общем, я имею связь с вами. Вот. А записываю с тем, что, ну, вот сегодня у меня, по-моему, 14-е. Вчера я, в честь дня рождения, приобрел новый компьютер, к которому я вернусь чуть-чуть попозже, потому что он стоит в другом месте. Вот, ну, короче, встретимся. Продолжим. Так, ну, продолжаем знакомство с моей техникой. Вот, приобрел себе Lenovo на этот раз. Lenovo J700. Если кому интересно, так, чтобы тут не сбить, я, как понимаете, записывать не очень умею. Не каждый день это делаю. Вот тут даже еще я его только, как говорится, осваиваю. Я его вчера приобрел. Так, properties. Тут стоит не SSD диск, поэтому он еще довольно-таки, ну, гигабайтный, не SSD. Так, давай. И он в данный момент еще там что-то обновляет, поэтому он
такой тормознутый. Я так. Так. Ты это самое. Покажешь нам сегодня properties. Вот, показал. Ну, как видите, Intel Core i5-6300HQ. А на старом был моем с индексом U. Как переносной он хороший, а вот как, ну, я в основном использую как настольный, он для этого, ну, не очень-то рассчитан. Ну, вот, может, кому интересно. Ну, вот параметры его. Ой, извините. Так, вот параметры. 8 гигабайтов рамов. Ну, надо будет добавлять DDR4. Ну, Home Edition, домашняя версия. Естественно, зарегистрирована. И видеокарта тут, чтобы сильно вам тут не это... Как он? Чё ты? Ты меня не позорь. Ты, блин, четырехъядерный уже, не двухъядерный. Ну, вот это обновление мне сейчас, видать, чуть-чуть вот... Алло, проснёшься ты сегодня или нет? Так, это что у нас не то? Так, девайс менеджер, ну, открывайся. Вот как начинаю снимать, так очень быстрый компьютер получается, да. Так, чем там занят? Или я что-то... А, его. Проснулся. Мне сейчас повыдавал H3. Чем-то он там был занят. Так, ладно, так. Так, отдуплился он. Что-то я там не то нажал. В общем, вот. GeForce GTX 9600. Там, по-моему, 2 гига. Но это кому интересно. Вот. Из плюсов матовый экран. Может, плохо видно, но он матовый. Что мне очень нравится. Подсветка клавиатуры красным. Но кто не знает этот комп, то вот она вот. Два режима есть. Что мне нравится. Опять же, как я их называю, леворукий комп. Потому что с этой стороны... Так, что-то не то нажал, он меня остановился. Вот там вот два USB разъема. Тут, конечно, не темный, плохо видно. А с этой стороны один USB разъем. Вот, так что, наверное, придется или ставить хаб, или смотря, потому что они вот тут вот находятся, то, наверное, мышке мешать не будет. Поэтому не знаю, посмотрю. Хотя, может, тут и микрофон хороший будет, неплохо держать. Вот, ну, вот такое вот мое новое обновление. Также тут этот, ой, я ж не с мышкой. Также тут Intel i5 новый Skylake. Ну, в общем, кому интересно, тот будет знать. И также вот имею, так, чтобы оно сильно не мешало, вот совсем недавно за 60 евро приобрел вот такой вот iMac, чисто как рабочая машина для всяких там дел. Сейчас я попробую его. Знаменитый звук. Вот. Он мне используется чисто как медиа и такой ретро-компьютер. Тут стоит Core Duo какой-то там. Ну, сейчас он загрузится. Поставил также SSD-диск сюда, вот у него. Тут стоял... Так, стоял тут простой диск. Так... Мышка, конечно, не Apple-овская. Вот клавиатура досталась, ну, не досталась, я ее докупил Apple-овскую. Так, пароль. Вот, с помощью специальной сюда, самая последняя программа, которая ставится, это El Capitan. Так, About This Mac, об Mac'е. Вот. Ну, есть такая, вот, кому интересно... macOS Mojave, блин, наверное, рука дергается. Mojave, Core Duo, так, ты чуть-чуть уберись. Core Duo 2,4 ГГц, 4 гига добавил было тут, по-моему, 1 гигабайт, ATI Radeon, там, HD 240 XT 128 мегабайтов. Вот, ну, в принципе, для таких вот простеньких игрушек древних, так, где это, вот,
кто увидит этот Warcraft 3, Zombie vs. Plant vs. Zombie, там этот Angry Birds, MDK, Quake 2, потом, что еще тут, ну, пробовал ставить Tomb Raider, у меня не получается, вот, ай, вообще-то это не так делается, так, вот, запускаем его Launchpad. А, ну я все уже удалил. А, еще вот Limbo поставил старый. Doom 3, он что-то не идет, запускается, но что-то ему не хватает. Вроде бы из-за того, что Mojave очень много не идет. А Mojave запускается, не то запустил, извините. И вот запускается вся эта радость. Так, я уже не помню, как тут... Вот так вот, потом Annotator, Patch Updater. Вот есть специальная программа, которая дает возможность, забыл, как она называется. В общем, качаете программу, и она сама вам скачивает образ Mojave, патчит его и ставит. До этого еще тут не работал Wi-Fi. Но вот теперь они, ну я вот включил сейчас, ну сейчас вот Wi-Fi обновился и стал работать полностью все. Раньше, ну, Mojave не шла из-за того, что там модуль этого, памяти какой-то другой был. Не памяти, Wi-Fi модуль совсем другой. Вот. И вот он, это обновили недавно и стал даже Wi-Fi работать. Вот тут он принимает уже. То есть полноценный рабочий компьютер. Ну, что тут можно послушать, зайти в Apple Store и что-то скачать. Музыка, вот самое особенное у него звучание мне нравится. Ну, у меня, видите, вот ловит тут, не понял. Только что было, ну, в общем, Wi-Fi он, вот, видите. Подключился еще вот этот вот, этот мой и этот мой интернет, у меня три интернета плюс еще LAN. Вот, ну, в общем, хорошая штука, дает послушать музыку я могу по вот, iTunes запускаешь как для домашнего, то очень хорошую музыку я боюсь запускать, даже сами знаете YouTube. Ну вот что я слушаю, DRD, Океан Эльзи, очень на него подсел. Вот. Что еще тут? Можно смотреть YouTube. Ну, YouTube я смотрю, YouTube этот смотрю через Safari, через это. Фильмы, сериалы. Так, и ты меня тормозить будешь. Ну вот, вот он. YouTube мой. Как я его называю. В общем, как медиа-центр и такой вот маленькие старые игры мне довольно-таки сильно нравится. Дешево и сердито. Работает быстро, по моим сменам, ну, по моему понятию. Вот. Значит, вот так вот. Такие новости. Ладно, ты иди поспи, выключить. Да, выключить, так вот, так что являюсь обладателем, ну, этот был, комп покупался жене, чтобы она не таскала свой ноутбук Vaio, хоть он и выглядит, Sony Vaio, выглядит как этот, как Air, Mac Air, ну, все равно она с ним больше есть неприятно. А этот как бы, ну, запасной, пока ты там сидишь, что-то слушаешь, запускаешь музыку и прочее. Ну и вот, и теперь буду, сейчас его подниму, понемногу буду переезжать на этот компьютер. Ой, палец влез. Вот, что опять я с мышкой тут играюсь, вот. Ну просто вот еще видите, он тут что-то обновляет, вот, все обновляется, поскольку тут не SSD. Хотя диск тоже не ахти какой быстрый. Вот. Вот такая обнова. Ну, не знаю, может, вам понравилось. Вот такие вот новости. Снимаю, кстати, на Xiaomi Note 7, по-моему. Ой, не Note 7, но Note 5.
хороший телефон тоже, но его показать по понятным причинам не могу, потому что я с него снимаю. Вот, ну, он, конечно, пользованный немножко. Ой, что я тут понаделал. Вот, вроде бы все проверил, все работает. Еще гарантия 3 месяца на него есть. Так что вот буду переезжать на этот комп. Надеюсь, этот комп прослужит мне верой и правдой и немного побольше. Вот. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Вот такая вот раз в 2 года видеовлог. Пока.